Я бы хотел с тобой попробовать на руках побороться. Ну как? Не-не. Ботаник приходит в образ. Как насчет того, чтобы попробовать себя в армрестлинге? 160. В армрестлинге? Да, я хочу попробовать. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Сколько нужно денег, чтобы ты вышел на бой? Да не сколько, дайте подраться, да подеремся, какая разница. Насколько ты сильный? Не знаю, очень сильный. Как насчет того, чтобы постоять за столом для армрестлинга? Не-не-не-не, я пас, пацаны. Всем привет, вы на канале Body Money, и сегодня мы на чемпионате Москвы по бодибилдингу. Ready, go! Ах ты, зараза! Еще раз. Ready, go! Да какого хрена? Макс, хватит жульничать, что за дела? Сегодня мы будем проверять этих невероятных качков на прочность. Прямо за столом. Для армрестлинга. Поехали. Блин, че, мощный. Ботаник приходит в образ. Мажора ботаника. А что это за? Серьезно, мажор ботаник? Мажор какой-то ботаник. Поднялся на будимане. Не-не-не, я не слышу, тебя пока контролирую. Следи за тем, чтобы у тебя захват всегда был перед собой. Смотри, вот грудь смотрит на захват. Уже чувствую. Как только ты разворачиваешься вот в эту сторону, начинаешь тянуть туловищем, а рука там остается, это опасное положение. Понял. Готов? Да давай, немножко. Ready, go. Что-то играется. Алга, да поставь, ты куда его поднимаешь? Да, давай. Знали мы таких ребят, у меня дежавю сейчас, кстати говоря. Скраснел немножко, скраснел. Ну, давай. Ready, go! Поехали. Сильный, наверное. Наверное. Я бы хотел с тобой попробовать на руках побороться. Ну как? Не-не, я готовлюсь к соревнованию, у меня сейчас такая, нельзя. Сколько нужно сжать бодибилдера? Ну, разные веса рабочие бывают. У всех свой предел. Слушай, а ну вот как? Я хочу просто понять твою силу. Как насчет того, чтобы попробовать себя в армрестлинге? В армрестлинге? Да, я хочу попробовать. Ни в коем случае. Ни в коем случае в армрестлинге. Нет, впереди чемпионат России, травмировать связку очень просто. И потом ничего вообще не делать. Реально, очень мощно. Слушай, а скажи, пожалуйста, сколько чемпион должен сжать от груди? Ну, в бодибилдинге, мне кажется, это не очень важно. В свое время я 150 жал, когда пауэрлифтингом занимался. Допустим, эту всю подготовку больше 100 килограмм вообще от груди не поднимал. Поэтому все-таки здесь больше важен, наверное, режим, подход, подсчет калорий. Ну, у тебя очень мощные дельты, плечи такие, слушай. Ну, я бы не сказал, на самом деле, что я самый объемный тут из всех вышел. Вот. Я наоборот переживал, что по мясу не прохожу. Ребята намного были больше меня и ногами, и верхом. Красава, красава. Слушай, а мне интересно, насколько ты сильный? Вот ты можешь себя как-то оценить? Достаточно сильный, чтобы защитить свою жену, близких, друзей. А как насчет побороться в армрестлинг? Нет, бодибилдинг не подразумевает. Армрестлинг точно, мы же обезвоженные все. Человек, который занимается армрестлингом, у него подготовлены связки, суставы и так далее. Но мне нет смысла просто... Не, ну вот так чисто попробовать. Не-не-не-не.
Если бы ты знал, какие мои три дня были последние перед сценой. Может быть, твой друг хочет. Может быть, он сможет попробовать. Все ждут, когда мы поедем кушать. Спасибо за приглашение, конечно. Насколько ты сильный? Не знаю, очень сильный. Слушай, а как насчет того, чтобы постоять за столом для армрестлинга? Не-не-не, я пас, пацаны. Мне травмы лишние не нужны, спасибо. Не, аккуратненько, просто не, попробовать, не, без спасибо, лишних. Спасибо, могу пацанов. Скажи, покажи на кого-нибудь из них пальцем, кто пойдет за стол. Все, погнали. Че, куда пойду? Все, за тебя уже все решили. Куда мне идти-то? Пацаны не сливают. Хорошо. Готов? Да. Давай. Ready, go! Борьба. Готов? Да. Ready, go! А он меня туда вытягивает. Давай! Хорош, хорош. Слушай, реально бодибилдеры крепкие ребята. Слушай, скажи, вообще ботаники в России вроде как что-то могут? А их, походу, кормят какой-то травой не той. Чем ты занимаешься? Красава. Ну так, наверное, в качалочках ты ходишь сюда. Я понял тебя. Ну что? А? У тебя верхняя, да? Супер, а я не все, посмотрим. Ready, go! Поехали. Опа, и не вверх, слушай. Оу, мощно. Давай еще разок. Ага, а третий раз. Ready, go! Пойка, верни плечом. Спасибо. И пойка тихонько, ты выдержишь туда. Молодец. Ну, безусловно, были определенные планы, были определенные желания. Все-таки я, честно признаться, надеялся более, больше интерес, да, со стороны зрителей, да, чемпионата. Но, к сожалению, что-то такое происходит, что делает посещаемость наших мероприятий все, ну, понижающая, да, составляющая. Не знаю, с чем это связано, но экономическое состояние тоже нельзя сбрасывать, да, если потребительский спрос падает, то у людей меньше денег остается. Хотя билет у нас здесь очень демократичный, да, вот, скажем так. Ну и с партнерами тоже не все сладко, то есть тоже меняются приоритеты, то есть наш вид спорта уже перестает им быть интересен, они ищут охват, ищут еще какие-то модные сейчас маркетинговые штучки, вот. Ну, поэтому мы сейчас пытаемся перестраиваться под эти новые современные влияния, да, там онлайн-трансляции, соцсети и прочее, да, то есть быть более мобильными, коммуникабельными, но на это понадобится время, да, и сейчас, я думаю, нужно переосмыслить то, что нам надо сейчас делать, да, чтобы найти такой формат, который будет опять интересен зрителю. Но это не значит, что мы там будем, да, в какой-то там, как говорится, трэш, да, уходить. Нет, наш приоритет, наш лид-магнит – это бодибилдинг. И мы остаемся его приверженцами.
Как твое мнение вообще, что происходит сейчас с бодибилдингом? Ты был на других турнирах, видел. Бодибилдинг, мужчины 80. Почему небольшой упадок у нас сейчас в этом деле? Ну, трудно сказать, не знаю. Может, народ присыщен, а может, раздули слишком много номинаций, категорий. Уже не так как-то интересно.